Всем привет, и сегодня мы будем переводить песню «Хорошие пельмени». Это очень, очень вкусно. Хотя на самом деле в оригинале только одно слово «очень». И короче, сейчас, Саша, смотри, Сань, я это переведу, только сняла, я это все пропою. Хорошие пельмени – это очень, очень вкусно. На самом деле рецепт простой. Много мяса, мало теста. Всегда готовим тонкое яичное тесто. Добавление сливочного масла и лук сладких сортов и перец. Совсем немного. Щедро выкладываем рубленый фарш. Индюшатина, курятина, говядина со свининой. Думаю, многие и забыли, как это может быть вкусно. Много мяса, мало теста. И, Саш, пожалуйста, помимо меня. Эмоции. Хорошие клетки получились очень вкусными. Однако рецепт такой простой. Много мяса, недостаточно жидкого теста. Сначала мы разработали жидкое яичное тесто. Добавление сливочного масла, сладких сортов лука и немного перца. Мы заполонили кухню запеканием индейки, курицы, говядины со свининой. Думаю, многие уже забыли, насколько это может быть вкусно. Много мяса – это недостаточно жидкого мяса. Это тесто. Это что? Я не знаю. Ну, мы уже однако переводили песню «Фиксая». Да. Поэтому для нас это не такой трэш. Это трэш. Ладно. Хотя «Фиксая» был трэшовый. Если хотите, можете глянуть. Это на моем канале.